Тренировочный цикл у нас начался уже в августе месяце, поэтому ребята достаточно хорошо и серьезно отработали, выполнили достаточно серьезную большую нагрузку, и, в принципе, результаты эти ожидаемы. А вот для самих победителей такие результаты стали неожиданностью. Два первых места на дистанции 100 и 200 метров заняла обнинская брасистка Михайлова Екатерина. Я надеялась, но прям вживую это как-то не ожидала совсем. В свои 12 лет Катерина уже выполнила норматив мастера спорта и стала призером первенства России. Это достаточно уникальный случай для спортсменки ее возраста. А начиналось все так. Меня мама сразу привела в бассейн, потому что я очень долго ходила на мысочках до 9 месяцев. Меня сразу отправили. Ну, так и до сих пор плаваю. Дмитрий Миникеев в Липецке завоевал сразу несколько бронзовых медалей. Все предсказуемо, уверен мальчик, ведь к этому чемпионату он не успел хорошо подготовиться. Требовательность к себе, именно так, уверен Дима, можно достичь самой заветной мечты любого спортсмена – победить на Олимпиаде. О том, почему пошел в спорт, Дима никогда не задумывался. Говорит, другого пути просто не было. Занимаюсь я с первого класса, уже 10-й год пошел. Начал заниматься с пеленок, можно так сказать. А почему? Тренер, папа. За плечами ребят уже не одна победа, но победа в чемпионате ЦФО для них – большой шаг вперед. Первенство России – это были юношеские соревнования, а это уже соревнования взрослые. И я могу сказать больше, что они по итогам этих соревнований добрались на чемпионат России в Казани. И еще одну победу завоевали на турнире «Обнинцы». Михаил Вековищев, потому что его лидерство было изначально… То, что понятно, но предсказуемо на одной из дистанций, там 100 дельфин, он достаточно хорошо проплыл, и 200 дельфин, и комплекс. А впереди у ребят новые соревнования. Екатерина Михайлова сейчас все силы отдает на подготовку к чемпионату России, который пройдет в ноябре в городе Казани. А по весне девочке надо достойно выступить на первенстве России. У Дмитрия задача максимум тоже определена – победить на чемпионате Европы. Евгения Власюк, Алексей Гавшин, телекомпания «Обнинск ТВ».